Это я. Мяу. Обычно все сказки одинаковые. Принцесса, герой. Но эта история немного другая. Я изумительный Морис. Говорящий кот. Ну, конечно. Многие коты говорят. Так, пошли, пошли! Ну, а я в этой сказке кто? Для романтического героя ты некрасивый, а для комедийного не смешной. Так, я за сумочкой для приключений. Вперед! Кажется, я влюбился. Город выглядит многообещающе. Как-то тут тихо. У них здесь вообще нет крыс. Чуете запах? Попахивает загадкой. Тут должна быть зацепка, которая продвинет сюжет. У жизни нет сюжета, все случается само. А! Все нормально? Нормально, я же на голову приземлился. Вы не поверите, что мы нашли. Это смертельно опасно. Зловеще. Не бойтесь, коты всегда приземляются на лапы. О, Морис! Изумительный Морис! Придется сражаться! Все ко мне! Что? Остальное увидите сами. Изумительный Морис! Сказка и правда необычная. Правило номер один. Не есть дохлую крысу, которая съела кого-то, кто съел что-то, что его убило.